Как сделать просто ореховую пасту? Во Франции она сейчас стоит 40 евро баночка. С ума сойти, не правда ли? А у вас за несколько евро и всего лишь 3 ингредиента. И такая вкусняшка дома. Поставьте лайк, не забудьте, и подпишитесь на канал. Нам нужны орешки, лесные орешки 125 грамм, плитка шоколадки белой 200 грамм и немножко масла растительного. Я поджарю мои орешки 200 градусов в духовке 10 минут. Вот наши орешки хорошо поджарены. Смотрите. Нужно почистить кожицу, легко сделать. Измельчаем. Добавляем немножко масла, когда измельчаем, чтобы лучше измельчилось. 1 или 2 столовых ложки. Смотрите, чтобы лучше измельчилось. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять этот рецептик. Вот такие орешки получаются. Мы их еще измельчим чуть больше. Уже хорошо все измельчилось. Вот такая масса получилась. Сейчас она уже чуть-чуть жидкая. Сейчас добавим наш шоколад. Ставим в микроволновку. Нужно в пластиковой емкости в микроволновку ставить и по 30 секунд все перемешивая. Подогревать наш шоколад. Растопить. Вот так растопили наш шоколад. У меня это взяло 1 минуту 30, 900 ватт. Поливаем в наши орешки. Мазет. Измельчаем. Вот такая вкусняшка получается. Вот так просто мы ее сделали, смотрите. Поставьте лайк, не забудьте, и подпишитесь на канал. Поставьте в холодильник на час, и будет она уже густая. Бомба. Это очень вкусно.